Компания «Газпром Космические системы» – уникальное, современное и, несомненно, важное предприятие как для нашего района, так и в масштабах всей страны. Наземная инфраструктура одного из крупнейших спутниковых операторов России находится в Щелково на улице Московская. Именно здесь предприятие размещает свои основные технологические объекты, и именно отсюда она решает задачи по взаимодействию со своими спутниками связи. Познакомиться с одним из ведущих предприятий как Щелковского района, так и страны прибыли члены районного совета депутатов. С инициативой посетить «Газпром Космические системы» выступили депутаты фракции «Единая Россия». Мы сейчас с депутатами поселения, с депутатами районного совета знакомимся с деятельностью предприятия Щелковского района. И, конечно, вот один из первых выездов – это на такое предприятие, как «Газпром Космические системы». Одно из предприятий, которое является одним из крупнейших налогоплательщиков бюджета Щелковского района. И действительно, в общем-то, современного уровня мы ознакомились с работой этого предприятия. Создание благоприятного инвестиционного климата, по словам Надежды Суровцевой, во многом задача местной власти. Именно поэтому так важно вплотную взаимодействовать с предприятиями, выстраивать диалог, озвучивать возникающие вопросы и проблемы. Руководители компании провели для депутатов увлекательную экскурсию, рассказали, как строится работа, показали, как работают специалисты, которые ежедневно проводят траекторные измерения, принимают телеметрические данные и отправляют команды, то есть поддерживают космические аппараты в их работе на орбите. А также поговорили о перспективах развития предприятия «Газпром Космические системы». В дальнейшем планируется строительство завода по, будем говорить, сборке спутников. Это, во-первых, рабочие места, не только рабочие места просто для рабочих, но и также это высокоинтеллектуальные рабочие места, где будут заняты определенные слои населения Щелковского района, мы надеемся. Увидеть своими глазами уникальная возможность предоставилась депутатам районного совета депутатов. А наиболее интересным моментом стал и просмотр фильма о том, как же изготавливают спутники. Мы горды за то, что здесь у нас на Щелковской земле имеется такое вот передовое с точки зрения информатики предприятие, где реализуются самые последние научные разработки. Лилия Тимиева, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».